Пожар на борту нефтяного танкера около берегов Шри-Ланки взят под контроль. Утечка горючего маловероятна, утверждают в военно-морском флоте страны. Но сохраняется риск возникновения новых пожаров из-за сильного ветра. Ранее сообщалось, что на то, чтобы полностью справиться с огнем, уйдет еще до 5 суток. В борьбе с пожаром помощь властям Шри-Ланки оказывают корабли ВМФ России и силы береговой охраны Индии. Танкер плыл из Кувейта в Индию. На его борту находится 2 миллиона баррелей нефти. Судно дрейфовало примерно в 40 километрах от берега Шри-Ланки. Позже его отбуксовали еще на 30 километров. Пожар начался в четверг. Один человек погиб, еще один пострадал. 20 членов экипажа удалось эвакуировать. Возгорание началось в машинном отделении. Огонь не распространился на резервуары для хранения нефти. Организация Greenpeace предупредила, что если хотя бы часть нефти попадет в океан, это будет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия.